Здравствуйте, мои хорошие, канал Лайф Второй Надежда. Пока еще световой день. В декабре сами знаем, что световой день короткий, но очень люблю снимать расклады при свете дня. Не люблю, не знаю почему, освещение верхнее. И поэтому будет немножечко темнеть, но я надеюсь, я успею, чтобы сделать расклад, чтобы не совсем было у нас мрачно. Итак, расклад будет называться... Я не знаю, если честно, как он будет называться, когда сниму, когда идея в голове уляжется. Но смысл будет в том, что ваша сигнификация будет здесь в любом случае. И посмотрим, что мужчина ждет от вас и что вы можете сделать для ваших с ним отношений. Конечно, здесь те, кто будет смотреть, половина разделится на тех, кто хочет посмотреть, что он хотел бы от вас, но ничего делать не хотят, да, буду, ну, с пониманием того, что я девочка, да, и делать я ничего не буду, поэтому много хочет, мало получит. Но я знаю, у меня те девочки, которые спрашивают, что можно сделать для отношений, как их улучшить, вот, те, кто хочет еще и вот этот вопрос посмотреть, то здесь мы тоже посмотрим, да, одним раскладом мы убьем двух зайцев, поэтому три позиции. Как всегда, три позиции, как всегда. Те, кто на канале первый раз, здесь мы выбираем карту. Интуитивно, но опираемся в любом случае на сигнификацию, которую я делаю. Сигнификацию буду делать вашу. Все, хватит с предисловиями. Давайте смотреть с первой позиции, потому что здесь у меня солнце скоро совсем уйдет. Итак, вы на сегодняшний день, да, кто вы, какая вы? Ну, вы та еще штучка. Но смотрите, вы на сегодняшний день заняли позицию, что я делать сейчас ничего не буду. И для кого-то здесь отыграется... Я делать ничего не буду, пусть он позлится, да, чтобы его разозлить, чтобы разбудить в нем весь его зоопарк. Потому что есть мужчины, которые терпеть не могут, сами молчат, но терпеть не могут, когда женщины в ответ также молчат. С другой стороны, здесь у других девочек, это кажется, что бездействие от того, что, ну, уже ничего не помогает, да, и вот от бессилия, что уже все, что можно было, все усилия, которые можно было приложить, я приложила. И сейчас вот я тушу в себе вот эти вот эмоции, вот этого дьявола, пытаюсь побороться со своей зависимостью, пытаюсь побороться с этой привязанностью тем, что не пишу. Потому что когда я пишу и вижу с его стороны молчание, либо с его стороны какое-то опосредственное общение, меня это лишний раз нагнетает, теряя самооценку, теряя уверенность в саму себе. И зачем лишний раз себя злить? Поэтому здесь вот, ну, частично, да, как я уже сказала, для кого-то так отыграется, для кого-то так. А может быть, и здесь и в целом, что понимаете, что мужчину можно таким образом разозлить и как-то его немножечко, может быть, взбудоражить, проучить. Вот тоже здесь такое вот молчание. Да, здесь смотрите, здесь нету ситуации, когда между вами здесь все хорошо и между вами все чудесно, потому что здесь мужчина... Ну, благодаря своей какой-то эгоистичной натуре, сам не знает, что он хочет, и сам не знает, какого развития отношений хочет. И здесь девушки, которые сказали, да не пошел бы, ты уже пошел, да, вот, звезда тебе в руки, там, или глобус в руки, и все, уже шуруешь, что если ты не знаешь, что ты хотел бы, как ты хотел бы, если не можешь дать мне того, что я хочу, или того, чего я достоин, значит, он тебе, до свидания. Можешь светить кому угодно, мне уже... Мне ты можешь здесь уже даже не отсвечивать. Вот такое здесь ваше состояние. Если это вы, то мы смотрим дальше. А дальше мы смотрим, что он ждет от вас. Сам мужчина. Ну, судя по тому, что здесь он блуждает в потемках, в лабиринтах своего сознания, гордясь от своей собственной важности, поверил в себя сейчас. Даже будет интересно посмотреть, что же он хочет от вас. Ну, секса хочет, да, безусловно. Кто бы сомневался. Первичные инстинкты. Поесть, поспать и заняться сексом. Я бы так здесь сказала. Что он хочет от вас? Ну вот смотрите, что здесь мужчина хочет. Мужчина здесь хочет иметь с вами сексуальные взаимоотношения.
Но мужчина здесь не готов вкладываться в отношения. То есть перспектив развития для себя, качественного какого-то, либо перехода на новый уровень, данный мужчина здесь в данный момент не видит. И здесь хочется сказать, вот чего хочет. Но он хочет элементарно там, секс по дружбе. Ну, такого, конечно, не бывает в принципе в нормальных отношениях. Но иного варианта здесь мужчина предложить не может. Чуть что, как только он понимает, что от него уже чего-то ждут, что он здесь должен уже действительно как-то проявить инициативу, что он должен что-то сделать, должен вложиться, все. Не трогайте меня. Мне плохо, мне больно, у меня проблемы с работой, у меня все-все-все. Но вот эта вот паника создаваемая, да, это такой какой-то вот театральный сюжет для того, чтобы никто от него ничего не ждал. Хотя сам вот на перспективу, да, как он видит, да, он был бы не прочь того, чтобы ваши отношения были, ну, туз жезлов. Мое видение этой карты здесь все-таки такой периодический, да, какой-то контакт, потому что это импульс. Вот где-то загорелось, где-то зажгло, в каком-то месте соскучились, все. Мы встретились, провели время и дальше каждый своей дорогой. В тузе жезлов я никогда не наблюдала желание вот стабильных отношений, чтобы все было долго. Это импульс, это первый шаг, это карта номер один, да, в младшем аркане. И поэтому это какое-то такое начало, то есть это периодика. Некоторое. А если уже мы понимаем, что отношения из тузов жезлов должны выйти в тройку пентаклей, когда это работа над отношениями, это взаимное общение с партнером, регулярное, доверительное. Все, он говорит, нет, все, я не могу, все, я посижу и ничего от меня требовать не надо. Также здесь мужчина может быть скуп на проявление эмоций, здесь скуп может быть физически, финансово, да, то есть мужчина не спонсор. Пусть работает, пусть зарабатывает, но лишнюю копеечку там куда-то не отправит, да, не особо-то и потратится здесь мужчина готов. Что еще ждет от вас? А мужчина сейчас... Он здесь четко словил ваше поведение, и точнее, ваше намерение. Четко понимает, что вы сейчас так, вот как вы себя ведете, это неспроста, для того, чтобы его проучить, наказать. И мужчина ждет, пока вы остынете, да. Пообщаться он был бы не против. Но с его стороны общение будет, опять же, какое-то дозированное. Здесь мужчина будет цену себе набивать, вот перед вами там демонстрируя блеск своей короны. Но... То, что вы делаете сейчас, ему четко и очевидно. То есть, если вы хотели вести его в состояние вот какой-то паники, куда она пропала, там, или зачем она меня послала. Нет, здесь мужчина понимает, что такое поведение обусловлено развитием ваших отношений, обусловлено тем, что вы хотите его наказать. Что он ждет от вас? Ну, вот посмотрите, здесь мужчина ждет, чтобы ваши отношения сугубо подвелись под... выражение любовный, да, мы любовники, то есть мы не пара, которая смотрит в будущее, мы не будущий муж и жена, там, мы не сожители, вот мы любовники, вот здесь мужчина хочет такие отношения без обязательств, но при этом, чтобы между вами был сексуальный контакт, то есть полностью как-то вот переродить ваши отношения в легкость, в непосредственность, и в ситуацию, когда мы друг другу вообще ничем не обязаны. Нам хорошо вместе, вот секс по дружбе, да, как я говорила, дурак, влюбленные, полная безответственность, полная... Да полная такая, знаете, полное ребячество. Вот как подростки, да. Они смотрят же на друг друга и просто наслаждаются вот тем моментом, что они есть друг у друга. Они не думают о том, это вот сколько, вот 16, да, там 17, 18, там 19 лет даже. Это люди, которые еще в принципе понимают, еще вся жизнь впереди, зачем семья, и об этом, как правило, не думают, но о сексуальных отношениях, так как гормоны бурлят, конечно, они думают. Вот в такой вот формат здесь мужчина хотел бы с вами войти. Заново с нуля был бы вообще не против. Но вот в контексте вот такой сексуальной дружбы. Как подростки. А что вы можете сделать для этих отношений? Для улучшения, конечно же, отношений. Для того, чтобы они переросли на более качественный уровень. Что вы можете сделать?
Здесь на качественный уровень эти отношения вывести на данный момент все равно не получится, потому что вы уже настолько этого мужчину прощупали, настолько вы его уже хорошо знаете. Причем здесь не важно даже, сколько времени вы общаетесь, насколько вы близко с ним общаетесь, я имею в виду, и есть ли у вас личные встречи, либо это дистанционное общение. Здесь вы четко понимаете, что с этим товарищем можно вот буквально только вот в формате легких отношений, без обязательств. Свободная любовь, вот нам нравится то, что мы друг у друга есть, и все. Поэтому сказать, что здесь вот как-то ваше поведение, да, или что-то вы здесь сможете сделать такого, чтобы одумался мужчина, пока здесь, к сожалению, без вариантов. И поэтому, если мужчина нужен, если мужчина вот любдорог, необходим, жить без него вы вот не можете и жизни своей не представляете, то, конечно, здесь получается такая ситуация, что вот возвращаетесь в отношения, да, дайте ему понять, что уже от него ничего серьезного не ждете, но готовы наслаждаться тем общением, которое между вами может быть вот такое вот свободное, да, без планов на будущее. Пока здесь первая позиция такая. Продолжать ли его мусолить или не мусолить, но здесь мужчина четко понимает, да, что вы пытаетесь его наказать и меняться не собирается. Видите, более того, что понимает, что меняться мне незачем, потому что серьезного я предложить здесь пока не могу, но я готов был бы продолжить отношения вот в дружеском таком, дружеско-сексуальном формате. Такой вот подоплеки. Насколько вам это, конечно, нужно, интересно, вы решаете сама. И, соответственно, если молчать для того, чтобы его перевоспитать, понимаете, что пока вы его не перевоспитаете, поэтому здесь либо закрывать двери, конечно, уже перед человеком, либо, если отказаться не можете, ну, поиграйте с ним, дайте ему понять, что, а теперь вы в нем не заинтересованы, как в надежном, серьезном мужчине, а нужен вот сугубо такой вот любовник, да, вот для здоровья, для того, чтобы иногда было не скучно. Это всегда помогает, когда мы меняем свою собственную линию поведения по отношению к мужчине и переводим ракурс, да, вот то, как он хотел, а мы начинаем играть по этим правилам. Они, как правило, в шоке находятся и тоже начинают терять некую самооценку. Тут вот таким поведением, что женщина ждет серьезности, да, что женщина видит в мужчине человека, с которым она хотела бы создать отношения, серьезные, семью, конечно, такое отношение самооценку повышает. А раз, а если вы дадите понять, что все, мне в твоем лице вот нужен вот буквально только вот определенный орган, да, сейчас покажу его, все вы понимаете, о чем речь, и все, да, то есть как любовник ты мне нужен, как мужчина вообще, я в тебе не заинтересован, и можете посмотреть, как мужчина будет меняться, но в шоке он будет здесь однозначно. Поэтому такая у нас была первая позиция. Я надеюсь, вам понравилось. Если да, конечно, ставьте лайки. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. И жду от вас обратной связи. Насколько интересен был расклад в таком формате, когда мы смотрим не только мужчину, там, чего же он хочет, достали они, да, чего же они хотят, а посмотреть, что вы можете сделать и вообще, как переформатировать. Здесь вот в первом варианте переформатировать отношения, чтобы мужчина был в шоке. Здесь можете абсолютно легко. Так, опять я перевернула карты. Не хочу ее сейчас замешивать в колоду, а то будут перевернутые у меня. Да, все, теперь все правильно. С перевернутыми не работаю. И когда вытаскиваю карту перевернутую, даже несколько сбиваюсь. И время, чтобы перевернуть, и несколько поток теряется. Поэтому стараюсь следить, чтобы карты были в прямом положении. Перевернутые значения знаю, но я на практике вижу, что когда работаешь уже в потоке, ты прекрасно чувствуешь, какая карта говорит в прямом своем положении, а какая несколько переворачивается. Причем она может не полностью перевернуться, наполовину. Но я думаю, те, кто работает с картами, старо в потоке, те знают, о чем я сейчас говорю. Итак, позиция номер два. Вы на сегодняшний момент. Ну, тоже здесь прям отравленное состояние. Ну, смотрите, видите, да, о чем говорю. Отравленное состояние, но здесь четко любовный треугольник. Что если в этой позиции, в первой позиции, мы не видели четкого любовного треугольника, там может быть частично ситуация, но там вот говорилось сугубо о вас, да, и о том, что вы переживаете, и какой рядом с вами мужчина. Здесь же четко, что вам не нравится ситуация, что есть любовный треугольник. Причем неважно, кто здесь вы. Жена,
или вы любовница, или, может быть, вы находитесь в отношениях со свободным мужчиной, и у него есть еще параллельные отношения. То есть, в принципе, холостой, но полноценно вам он не принадлежит. И причем здесь ситуация такая, когда о любовном треугольнике, вплоть до того, что уже все действующие лица уже в курсе. И поэтому здесь ситуация, да, она сейчас трансформируется. Возможно, вы ее трансформируете тем, что поставили вопрос ребром, да, я или она. Возможно, здесь вы не ставили ни ультиматумы никакие, возможно, здесь вы в целом сказали, все, мой дорогой, в твоем аттракционе я больше не участвую. Ну, здесь женщины, которые мечтают, как любая нормальная женщина, все-таки о семейном счастье, о семейном благополучии. И почему ее здесь эта ситуация расстраивает, да, и такое отравленное состояние? Почему? Потому что с этим мужчиной она видела себя в браке. Возможно, это действительно это ваш муж, и вы с ним были в браке. И вот состояние, что не получается, да, вот была какая-то цель, была мечта, что если в браке там была цель там дальше, да, там, допустим, расширять имущество, там, больше зарабатывать, больше путешествовать, а тут раз не получается. Если не в браке с этим мужчиной, то были планы такие далеко идущие, что выйти замуж, да, быть вот друг рядом с другом, помогать и дальше планировать. Ну, вот здесь вот, а так как вмешиваются здесь третьи лица, насильно они туда вмешиваются, либо мужчина добровольно их приглашает, этих третьих лиц в отношения здесь, у кого как, но это, конечно, расстраивает. Вторая позиция – четко любовный треугольник, о котором вы знаете, не подозреваете здесь, а четко знаете. Что мужчина ждет от вас, именно от вас? Да что он может ждать? Понимание ждет, конечно. Понимание, и чтобы вы, несмотря вот на это, некое предательство, которое в любом случае, та ситуация, которая случилась, ее смело можно назвать предательством. Чтобы вы поняли, простили, чтобы вы его по-прежнему любили, по-прежнему его принимали, и по-прежнему здесь вот приняли ту ситуацию, что он вот в его жизни вот в данный момент так, ничего он поменять не может, и никакой он не предатель, а так сложились обстоятельства. Да, он хочет с вами отношений, да. Но здесь больше, понимаете, чтобы вы смогли войти в его положение, чтобы вы приняли его вот таким, как он есть, вместе со всем своим этим багажом и обременением в виде третьего лица. А может, вы и вообще семья там и пятеро по лавкам там в купе к этой семье. А вам, конечно, такая нагрузка зачем нужна? Ну, мужчина хотел бы, да, хотел бы любви, хотел бы страсти, хотел бы эмоций, хотел бы секса. То есть все здесь он хотел бы. На каких условиях? На условиях, что выбор он делать не будет. Да, вот сидение на двух стульях, он говорит, это моя позиция, все, я так четко решила. Мне сейчас так надо, мне сейчас так выгодно. Да, но видите, какой король мечей, вот видите, в составе тройки кубков. Мое твердое решение, что мне сейчас нужны вот такие тройные отношения. Мне нужно обязательно два стула. Именно на двух стульях моя тощая попа чувствует себя комфортно. Ну, может быть, там не тощая попа, но почему-то так идет. И здесь мужчина не хотел бы, чтобы вы перекладывали ответственность на него. Не хочет, да, чтобы уже разобрался, чтобы что-то выбрал, чтобы уже вам там какую-то перспективу, какую-то конкретику дал. Не хочет. Он хочет, чтобы отношения вот развивались сами собой, чтобы все было хорошо, чтобы никаких трудностей ему эти отношения не приносили. А тут он так и говорит, мне и так тут сложно, тяжело, вот и ты еще здесь от меня что-то хочешь. Ну, или хотела, если вы уже давно его послали. Что вы можете сделать для ваших отношений, чтобы перевести их в новый качественный уровень? Но здесь, опять же, для тех, кто хочет посмотреть такой вопрос, потому что, да, бывает, что спрашивают, а что я могу сделать? Восьмерка мечей, девятка. Ничего здесь. Вот либо принимать вот ту ситуацию такой, какая она есть, просто расслабиться, да, и получать удовольствие. Либо вот находиться в той трансформации, которая закончится так или иначе, здесь ситуация разрешится. Вы сами выйдете из отношений. Ну, здесь все идет к тому, чтобы женщина сама здесь понимает, что ее эта ситуация просто обесточивает. Она ее высасывает, и сил не остается. И поэтому здесь женщина так или иначе, там, если она сейчас не готова без отношений выйти, она выйдет.
И только сейчас готовности я не вижу. Опять же, вот у большинства здесь фотографий, что женщина находится на этапе принятия решения. И все складывается в пользу того, что, видя, что мужчина бездействует, что мужчина никак вообще не готов здесь всю эту ситуацию разрулить и уже сделать выбор, она понимает, что теряет самооценку, опять же, свою энергию. Надо из этого аттракциона уходи. Да, здесь, смотрите, здесь что вы можете сделать, чтобы улучшить отношения. Здесь не отношения улучшить, а здесь сделать так, чтобы мужчина вас зауважал. Даже на какое-то время создать ситуацию, что вы расстались. Это может быть долговременная пауза и вообще полное отстранение от мужчины, чтобы он понял, что вы не такая простая женщина, это мы не девочка-глупышка, которой можно крутить-вертеть и ставить условия, что вот у меня будет две женщины, вот и хоть ты что, да, хоть лбом об стену бейся, по-другому не будет. Здесь можно заставить его как минимум себя уважать, вот именно тем, что уйти на какое-то время, создать тишину. А потом в дальнейшем может получиться так, что вам он даже даром не нужен будет, этот герой-любовник. Да, здесь и ему дать понять, что вы уже приняли решение, что им, что вам уже это неинтересно, скучно, безразлично. И то, что вам он еще может дать, вы уже все это видели, и вам это все было уже невкусно и неинтересно. Уважать как минимум заставите. Уже не будет рассматривать вас на всю согласную женщину, вот которая ждет, любит и согласна, что там были треугольники, там четырехугольники, там что там у него за ситуацию. Но треугольник здесь точно есть. Поэтому, девочки, здесь смотрите, как вам действовать. Надеюсь, расклад понравился. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, если видео нравится. Пишите обратную связь. Стараюсь для вас. И именно по обратной связи я, как многие уже видят, несколько поменялся концепт моего канала и несколько уже по-другому делаю расклады, потому что вижу, как реагируют подписчики, которые смотрят меня. Без обратной связи это сложно было бы, это как путешествие вслепую. То есть я бы делала, но я бы не понимала, надо это, не надо, нравится, не нравится, какие особо вопросы волнуют, какие вообще лучше не поднимать. Поэтому за обратную связь отдельное спасибо. У нас тандем, получается, на канале. Я и вы. И мы делаем только то, что нам надо и что нам нравится. Что не нравится, мы не делаем, мы не смотрим. Итак, позиция номер 3. Вы на данный момент, чтобы вы понимали, ваш расклад не важен. Ну, троечки у меня, как обычно, да, у них то бедлам, то отношения какие-то, не пойми какие. И мужчины, как правило, очень сложные встречаются в третьей позиции. И темнеет. Прошу прощения. Резко, буквально прошло там чуть больше 20 минут. Начинало довольно светло, а уже... Ну все, без длинных предисловий, чтобы быстро. Здесь женщина вообще находится сейчас на этапе многое поменять в своей жизни. Отношения, скорее всего, были сложные и выматывающие, потому что тут луна и карта ведьмы. Кого-то здесь действительно толкнуло на путь эзотерики. Кто-то картами начал заниматься, кто-то рунами, кто-то еще какими-то. Здесь могут быть медитации, здесь могут быть женские духовные практики, да, психологические лекции, посещение семинаров. То есть здесь женщина поняла, что вот в том виде, в котором она сейчас, ей это уже самой неинтересно. Здесь работа сейчас над собой, над своим сознанием, над своим путем, потому что она понимает, что сил в ней сейчас гораздо больше, чем было. И эти силы сейчас нужно направить на то, чтобы построить, либо слепить себя совсем новую. Да, с нуля. Сейчас вот какой-то путь, который вы начали. Может быть, у кого-то здесь кто-то поменял работу, да, меняют место жительства. И это тоже согласно тому, что все то, что рядом со мной, я уже это переросла, да, я уже выросла. Если прежняя работа, мне уже неинтересно, я уже выросла, уже есть потолок, в который я поперлась, мне надо идти дальше. Если это смена жительства, то, опять же, здесь мне уже неинтересно, я себя здесь не реализую, мне надо куда-то ехать. Если же это эзотерический путь, да, то это то же самое. Во мне сидит сила, которая проснулась,
во мне сидят мысли, которые не дают мне покоя, значит, я должна что-то дальше в этом направлении копать. Я хочу сказать, что здесь, если копать, то здесь вот из ребенка в медведя, то есть можно до хорошего результата докопать. Как минимум здесь ситуация, что вы сможете понимать себя, вы сможете понимать свои желания, и больше вы уже не позволите с медведем бороться, сами понимаете, опасное дело. То есть вы уже не позволите какого-то поведения по отношению к себе, выражений каких-то, отношения. Поэтому здесь внутренняя такая серьезная проработка самой себя. То есть из маленькой девочки сейчас вот растет очень сильная женщина, которая, опять же, здесь рассчитывает только на себя и только на свои силы. Она считает, что я у себя одна, поэтому себя нужно любить, о себе надо заботиться. И есть сейчас куча инструментов, куча возможностей, как я это могу делать. Так что здесь, девочки, ну, здесь я хочу сказать, здесь молодцы, я вас поздравляю. Это всегда хороший результат в сложных отношениях, когда женщина начинает любить себя, ценить себя и выходит на путь саморазвития любого в карьере, еще где-то в социальной реализации, эзотерический путь, да, и там, или психолог, изучение психологии. Это всегда очень здорово, это всегда очень круто. Что он ждет от вас? Если резонирует, то, пожалуйста, смотрим дальше. Если нет, закрываем. Что он ждет от вас? Ну, он ждет от вас того, чтобы у него была свобода действий. Чтобы его лишний раз не спрашивали, а где ты, с кем ты переписываешься, а с кем ты общался по телефону, там я тебе звонила, дозвониться не могла. Здесь мужчина хочет иметь возможность где-то, вот, понимаете, ходить налево. Пусть даже здесь не обязательно это будет связано там, с другими женщинами. Это может быть, что я хочу там сидеть спокойно с друзьями, и чтобы она мне не названила, чтобы мне мужики не сказали, там, ты что, каблук, что ли, там, что там тебе твоя женщина названивает, там, что-то и сказать не может, что я тут с мужиками, и нечего мне звонить. То есть здесь даже вот в этом моменте. Или здесь, почему ты там, допустим, работаешь на такой работе, когда там у тебя мозги на месте, голова хорошо работает, ты мог бы зарабатывать больше. А мужчина говорит, да не хочу, я хочу вот заниматься тем, что мне нравится. Здесь вот буквально, да, заниматься тем, что нравится ему, и чтобы вы закрывали глаза на это, если это не нравится вам. Для кого-то, да, здесь мужчина хочет вот гулять, здесь мужчина хочет флиртовать с женщинами, здесь мужчина хочет знакомиться. Для кого-то здесь вот свобода там с мужиками посидеть, как я уже говорила. Поехать куда-то там, вплоть до того, что в ночь. Может быть, ему просто покататься хочется. И чтобы вы вопросов не задавали, ты куда, хочу покататься, да, хорошо, дорогой, там, будь осторожен за рулем и возвращайся, я тебя жду. Вот такого здесь отношения хочет мужчина, да, чтобы вы с ним не спорили, чтобы вы не прикословили, потому что он говорит, будешь со мной спорить, тебе же будет хуже, у меня есть свое мнение, и у меня есть мои решения. Меня здесь переспорить, переделать не получится, поэтому соглашайся, дорогая, вот на то, вот что я тебе даю, и давай мне волю, свободу, которая мне так нравится. Я не хочу не отчитываться, я, ну, не хочу ничего делать, где бы я чувствовал, что меня здесь пытаются посадить на цепь там или организовать мне какие-то рамки, за которые заступать, переступать нельзя. Так что, девочки, здесь, думаю, вы прекрасно сейчас, каждая из вас, понимаете, о чем здесь речь. Здесь даже дополнять я смысла не вижу, потому что здесь сугубо хочу свободы и хочу не бежать там, как вор, да, прятаться, а хочу, чтобы мне добровольное согласие было. Опять же, да, вот деньги, да. Почему не всю приносишь зарплату? Где остальное? А он говорит, а я хочу иметь свою вот заначку, чтобы, ну, мало ли мне понадобится. То есть, чтобы без контроля. Ну, ни одной нормальной женщине такое не покажется естественным. Потому что мужчина по отношению к своим женщинам такие вольности не позволяет, да. Ты должна отчитываться. Но здесь они считают, что ты же женщина, тебе нельзя. Я мужчина. Я мужчина, поэтому мне можно. Что вы можете сделать для этих отношений? Конечно же, чтобы их улучшить, перевести на более качественный уровень. Если вы это хотите посмотреть с пользой, то смотрите. Если вас это не интересует, здесь уже видео можете закрыть. Если понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий с обратной связи. Но если вам интересно, даже просто из любопытства, то здесь мы смотрим дальше. Итак, что вы можете сделать для этих отношений?
улучшить здесь не получится, да, вот что вы можете, да? Просто корону ему снести и вместе с этими отношениями, потому что то, как хотелось бы видеть вам эти отношения, да, чтобы мы вместе, чтобы вместе копили, чтобы вместе, вместе, вместе. Десятка пентаклей – это карта всегда очень семейственная, и в десятке пентаклей заслуга не одного человека, да, там много людей, а как минимум двое, которые вместе созидают, созидают и получают потом плоды своего созидания. Там для кого-то это семья, дети, для кого-то это бизнес, и бизнес растет. И у вас здесь картинка более такая иллюзорная по отношению к этому мужчине. Вам он не сможет здесь дать того, вот что вам хотелось бы. Вам постоянно будет казаться, что он, у него какие-то игры за спиной, что он что-то утаивает. Но эта свобода, она и есть такая, да, если мужчина не отчитывается, но где-то он пропадает вечерами, да, там где-то он не берет трубку. Конечно, всегда есть подозрение. И поэтому вот той десятки пентаклей с тузом кубков вы от этого мужчины по пятерке мечей не получите. Поэтому здесь вот что вы можете сделать? Ну, вот какой-то момент, чтобы немножечко приземлить вот этого мужчину, который считает, что ему позволено. Здесь вы можете, да, здесь башни и отношения разрушить, и, как я сказала, здесь корону здесь можно сбить. Потому что вот вырастить до хорошей качественной семьи здесь эти отношения не получатся. Да, здесь вы можете уйти с гордо поднятой головой вообще в новые отношения и показать ему, как действительно могут быть, какими, точнее, действительно могут быть качественные отношения между мужчиной и женщиной, когда друг друга понимают, когда каждый друг другу и ученик, и учитель, когда вот есть уже накопленная мудрость с годами. И мы благодаря этой мудрости друг друга ценим, друг друга понимаем. А с этим мужчиной, ну, видите, девятка жезлов, четверка пентаклей. С места вы его пока здесь не сдвинете. Конечно, общие расклады, они действуют короткое время. И, конечно, здесь не пожизненно, да. Здесь мы смотрим, вот сегодня, что вы можете сделать. Бесполезно здесь что-то сделать, потому что видение того, как должно быть в отношениях, все же у вас на данный момент разное. И что эти отношения, видите, сейчас вам принесут, вот побитое состояние, понимая, что вот как бы вы ни старались, да, как бы ни оборонялись, ни защищались, там, ни пытались там его на свою сторону склонить, да, убедить точнее. Здесь вот все, ну, четверка пентаклей, вот он как стоял со своим вот мировоззрением в обнимку, он так и будет стоять. Поэтому, девочки, здесь выводы, думаю, вы сделаете, пересмотрите немного, возможно, позицию со стороны, как она может выглядеть. И, конечно, если вы здесь выходите на путь развития, растете, вот это все очень важно, здорово, и, возможно, со временем и эти отношения, посмотрите на них под другим углом. А может, и мужчина в тандеме с вами, когда вы развиваетесь, подтянется, такое тоже бывает, да, созреет, дорастет. Пока вот вы как-то на разных ступенях, и ценности у вас разные. Все, закончился третий расклад. Я надеюсь, не совсем темно было. Если темно, то простите меня, пожалуйста. Хотелось в дневном свете. Очень люблю дневной свет, чтобы делать расклады. Но, видите, короткие дни световые, и не всегда получается поймать. Пока светло. Ну, а на сегодня все. До встречи в новых видео. Пока-пока.